В ноябре прошлого года главный мажор страны стал участником неприятного инцидента, который произошел в помещении спортивного зала одного из калининградских ночных клубов. Тогда артист получил несколько ударов от владельца заведения. Павла в той драке изрядно травмировали. Врачи в итоге диагностировали звезде отечественного кино 4 перелома черепа. Прилучному пришлось проходить длительное лечение. Тогда артист утверждал, что не знает причин нападения на него Владимира Семенова, владельца областного клуба. Павел также особо подчеркивал, что был трезв во время драки. Результатом некрасивой истории стало возбуждение уголовного дела и суд. Сейчас появилась информация, что сторона обвинения в ходе прений попросила приговорить Семенова к 3 годам лишения свободы за избиение звезды мажора. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Денис Бушуев. Правозащитник также уточнил, что сторона защиты пока свою позицию в ходе судебных прений не огласила. Интересно, что слушание не раз переносилось. Причем неоднократно из-за болезни избившего знаменитость мужчины. Семенов, к слову, частично признал свою вину. Вот только подсудимый также уточнил, что якобы нанес Прилучному всего 1 удар, от которого не могло быть таких травм, про которые рассказывал артист. Однако Павел стоит на своем. Более того, актер жаждет получить несколько миллионов рублей за моральный и материальный ущерб. Известно также, что Прилучный хотел и компенсацию за оплату услуг адвоката. Стоит отметить, что Павлу сейчас не позавидуешь. Стараясь сниматься как можно чаще, он постоянно находится в центре внимания. Так, уже который месяц все обсуждают его скоропалительную свадьбу с ранее практически неизвестной актрисой Зипюр Брутян. Новый брак сделал в итоге из Прилучного посмешище. На отечественном телевидении про бурную личную жизнь актера уже в открытую шутят. Сам Павел старается не обращать внимания на пересуды. Однако это дается звезде с трудом. Так, недавно у артиста сдали нервы, и он набросился на корреспондента НТВ в центре Москвы.